лицом к судьям. Поворот направо. Пожалуйста, поворот направо. Поворот направо. Поворот направо. Поворот лицом к судьям. Итак, сравнение пропорций. Поворот направо. Пожалуйста, поворот направо. Поворот направо. Поворот направо. Поворот лицом к судьям. Поворот направо. Поворот направо. Поворот направо. Поворот лицом к судьям. Поворот направо. Поворот направо. Поворот лицом к судьям. Представить и познакомиться поближе с участницами соревнований по бодифитнесу, потому что у них нет произвольной программы. Тем не менее, по номеру 49 выступает Екатерина Синицына из Новосибирской области. Она работает персональным тренером и инструктором по аэробике. Занимается под руководством Надежды Лобозиной на протяжении 5 лет. Лучшее достижение – второе место нынешнего года на чемпионате Европы среди мастеров-ветеранов в июне. Номер 50-й Юлия Гунченкова из Омской области. Она из wellness-клуба Well City, работает инструктором тренажерного зала, занимается под руководством тренера Михаила Неудахина на протяжении 1 года. Лучшее достижение — чемпионка открытого чемпионата Новосибирска в нынешнем году. Номер 51-й Ирина Анохина из Москвы, из клуба Марк Аврелий. Родилась в один день со мной, значит, ей сегодня повезет. Занимается под руководством Ивета Стаценко на протяжении 3 лет. Номер 52-й. Спортсменка из Омской области Дарья Матютина. Она из фитнес-клуба «Озон». Занимается под руководством тренеров Пашкина и Донцовой на протяжении 10 лет. Лучшее достижение – 3 место среди юниоров по фитнесу в Краснодаре в 2007 году. На Кубке России 4 место среди юниоров по фитнесу в городе Тюмени. Номер 53-й – Оксана Куцева из Брянской области. Она из брянского клуба «Торпеда». Работает в Центре фитнеса и красоты тренером, инструктором по аэробике. Занимается под руководством Владимира Литвинова на протяжении 5 лет. Хобби – акробатический рок-н-ролл, абсолютный чемпионка Брянской области по бодифитнесу. Итак, я представил всех участниц. Прошу спортсменов встать фронтально. Поворот направо, пожалуйста. Поворот направо. Thank you.
Поворот направо. Поворот лицом к судьям. Прошу судей присылать заявки для сравнений. Если у вас есть вопросы, если вопросов нет, то мы готовы. Просьба подняться на сцену.